Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс Айкил, и я продолжаю проходить Half-Life 2. Так, этого сбиваем. Аптечка, пригодится. Здесь что, броня? Откуда ты только взялся? Там еще один. Так, вот это при помощи гравипушки убираем отсюда. Подходи. Кто следующий? Ты следующий. Ах ты... Но против вот этих уже особо бочки не работают. Их надо валить из какой-нибудь пушки. С пистолета буду валить. Да сколько вас тут? Надо взять что-нибудь посерьезнее. Мой любимый автоматик. Так, теперь переключаемся на ломик. Притянуть бы что-нибудь шину, давай. Есть. Темно тут у вас. Что, еще что ли? Капец. Давайте, подходите. Я вас всех уделаю. Одного за другим. Так, ну все вроде бы. Нам тут как-то надо на машине проехать. Кстати, у меня же была электропушка. Надо было электропушкой всех валить, а не тратить патроны. Хотя я особо... Ни в кого не стрелял, в основном швырялся всяким мусором. Да, и мы проехать тут особо без проблем могли. Ну, ладно, пофиг. Чего уж теперь об этом говорить. Ограничение по скорости 30 км в час. Спидометра в игре нету, поэтому определить скорость невозможно. Надеюсь, дальше нас не ждут радары. Не хочу штраф оплачивать. Получи. Ну, я думаю, теперь можно выйти. Это броня, автомат. Так, это нам больше не нужно. Здесь закрыто. Так, а как же тогда внутрь попасть? А, вот тут есть дыра в стене. Полезные припасы. В похожем домике мы уже бывали. А, вот почему мы не могли дверь открыть из-за шкафа. Так, это на случай, если какая-нибудь тварь решит меня выпрыгнуть. Мины. Там есть... Ай, ай. Ничего, током бьются? Я думал, они взрываются. Не открывается. Да уйди ты. Отстань.
На. Им, походу, пофиг эти штуки. Придется убивать по старинке. Этот меня вообще не видит. Привет! Ауч. Подкараулить меня решили, гады. Фига себе. Что ты делаешь? Да отстань ты, ну. Где они есть? Отстань, дай проехать. Очередной тупик. Вот он, транспортер. Еще один. То твою мать. У них что, пулеметы есть? Аккумулятор. По-моему... Подожди. По-моему, нам надо найти еще два аккумулятора и открыть ворота. Тогда откроются ворота, если мы найдем аккумуляторы, где бы их искать только. Ладно, сначала надо с комбайнами разобраться. Аптечку я уже съел. Надеюсь, тут еще есть. Есть чуть-чуть брони. От аптечки что-то не видать. Можем тут спокойно пройти. Но не пешком же дальше идти. Надо как-то открыть эти ворота все-таки. Для этого надо, как я уже сказал, найти два аккумулятора. Один аккумулятор. По-моему, я знаю, где лежит. Он лежит... Сейчас, подождите. Так, да в принципе... В принципе, без разницы, наверное, в какой они последовательности. Да, последовательность тут не важна. Просто нужно еще два аккумулятора. По-моему, один аккумулятор как раз на той башенке и лежит. А, вот он, еще один. Как я его проглядел-то. Не, все равно еще один. Я один, да, как раз на той башне. Вот на этой. По-моему, я точно не уверен.
Так, надо как-то... Хотя, может, вот тут вот, где можно еще аккумулятор найти. Вряд ли разработчики разбросали их больше, чем нужно. Но все равно давайте все осмотрим. Может быть, найдем как раз аптечку и броню. А еще у меня вопрос, как тут проехать. А проехать тут вот так вот можно. Откуда взялись опять они, а? Иди ты отсюда. Пошел ты. Что-то я раньше не сообразил, что можно тупо их с обрыва сбрасывать, да и все. Да, аккумулятор, по-моему, на башне. Попробуем его из пулемета, что ли, сбить. Хотя я его вот отсюда не вижу. Ну, по-моему, это вот этот белый. Упал, не упал. По-моему, нет. По-моему, он все еще там. И не притягивается никак, зараза. Может, надо как-то повыше забраться. На дом, допустим, если забраться на крышу. И оттуда попробовать его притянуть гравипушкой. Но что-то с тачки у меня не получается запрыгнуть. И сюда тоже не получается. Как же тебе достать тогда? Надо еще попробовать из пулемета погасить. С этого попробовать ракурса. Ну-ка. Надо прям на него нацелиться. Да, есть. Вот он, последний аккумулятор. Ставим его, и ворота должны открыться. Ну-ка. Да, ворота открываются, погнали дальше. Уберите ее с дороги! Сюда! А, ее в гараж надо загнать. Вы добрались? Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. Заводите ее в амбар. Окей. Дэш. Что это было? Да... Что это? Меня придавило сначала дверью от гаража, а теперь тачка сама собой переворачивается. В чем дело? Похоже, дело в том, что я рукожоп. Да я знаю, знаю, надо тачку... Ну что? Вот что с ней... Почему я сейчас так колбасила? Ты что, не видишь, что я уже это сделал? Странный какой-то тип. Черт, транспортники на подлете. На машинке у нас не будет уже времени покататься, поэтому с тачкой можно прощаться. А вот сейчас будет та битва, которая, я думал, будет в прошлой главе, но нет, она в этой. Вот они, эти транспортники. Пытался я сбить их из ракет. Давайте сейчас покажу. Как, вот так вот, да, им пофиг как бы. Несмотря на то, что от них что-то там вроде как отлетает, на самом деле нифига, они
неуничтожаемые, к сожалению. Хотя, может быть, 3 ракетам мало. Может, надо ракет 50 зафигачить. Ну, помните, в Сталкере в первом, как бы, были вороны? А многие любопытные игроки пытались по ним палить. Но на свинец они особо никак не реагировали. А потом выяснилось, что разработчики тупо приписали им много здоровья, поэтому... Чтобы прикончить одну ворону, надо капец сколько много патронов на нее истратить. Спасибо. А уже в чистом небе появилась мини-игра на отстрел ворон. Так, ну где-то там. Давайте гранатками, может, их завалим. А то у меня их поднакопилось. Я их особо не использую. Кстати, интересно, можно своих гранаты прикончить? Это еще не конец. По-моему, своих напарников убить можно. По крайней мере, по-моему, я их из дробаша валил. Ну так, ради любопытства. Посмотреть, убиваются они или нет. Потому что обычно в играх все твои напарники бессмертные. По одному вот так вот их из дробовичка. Хе-хе-хе-хе-хе. Что ты сказал к маяку? Давай также по одному высаживай, а я их буду из дробовика валить. Блин. Черт. А, штурмовик прилетел, капец. Давайте быстренько ракетами вооружимся. Зря я на транспортник тратился на самом деле. Знаю ведь, что он неуничтожаемый, но... Зачем-то все равно тратил на него ракеты, ладно, пофиг. Нам нужно теперь штурмовик сбить, поэтому... Надо найти ракеты. Вот они, ракеты. Патрон для автомата в этих ящиках, чё? Броня, еще броня, еще ящик, еще патроны для пистолета, ну класс. Так, теперь, кто? Да кто? Капец, вы меня прикрываете там? Бесполезная куча придурков. Хотя... Они патроны подбрасывают, и аптечки подбрасывают, так что пользы все-таки от них не есть. Зря я так про них, конечно. Потому что есть реально тупые напарники в играх, вроде Эшли из Resident Evil 4. Это капец вообще, тот уровень, который нужно ее спасать. Это просто капец, она ничего не может сделать, ты постоянно должен ее спасать, это просто бесит. Но те, кто играл... Я думаю, со мной согласятся. Напишите, пожалуйста, в комментариях и поставьте лайк, если у вас была такая фигня в Resident Evil 4. Капец, все отбивает. Но ничего, у меня ракет еще много. Сохранимся. 40 хп осталось, капец. Да...
Давай. Так, мне срочно нужна аптечка, очень срочно. Одну. Все. Хотя, в принципе, можно было и вторую взять. Сколько она там единиц здоровья восстанавливает? 20, по-моему. Че, все? Неудачник. Сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Дай мне аптечку еще, а? Ты же медик. У тебя должна быть лишняя аптечка. Не пожадничай. Вон туда. И смотрите под ноги. А что такое? Теперь я понял, почему смотреть под ноги здесь нужно. Тихо слишком. Кто-то приближается. Эй, ты, стой, идиот! Ой. Разгуливая по песку, ты привлекаешь муравьиных львов. Упс. Прости, дружище. Да, твою мать. Нельзя наступать на песок. Потому что эти твари... Ладно, а мы вот так вот. А мы вот так вот. Так, давай-ка коробочку. Вот эту штучку. Так, вот так. Хоп. Выглядит, конечно, тупо. Наверное, там можно было вот по краю обойти. Зря я это сделал, конечно. Ну ладно уж. Вот здесь будем умнее. Хотя, давайте лучше на всякий случай вот эту штучку возьмем с собой. Так. Так, сразу сюда прыгнем. Там есть какие-то припасы. Надо бы их достать. Давай же, притягивайся. Ненужные патроны. Здесь что? Патрон для пистолета. И броня. Тут тоже, блин, наверное, можно было по камням прыгать. Да, муравьиные львы эти твари называются, а я их... Чем-то песчаные львы... Хотя какая разница? Они же в песках водятся, правильно? На муравьев они не очень-то похожи.
Блин, все-таки наступил. Ну как я так влепался, а? Ах ты гад. Да блин. Блин. Ну лень было как-то все это обходить. Не нужно, не нужно. Ничего мне не нужно. Блин, наступил все-таки. Да поштупо пробежать, да и все, а. И не заморачиваться. С этими прыжками. Блин. Моей машинки сейчас очень-очень не хватает. В воде не тонут. Кстати. Нельзя плыть. Нет, все-таки придется тут идти. А эти меня уже поджидают. Знаете, кого эти твари напоминают? Эти твари напоминают жуков из Звездного десанта, точно. А это что еще такое? А, это страж, точно, точно, это страж. Тварь дико бронированная. На нее идет много патронов. Ладно, попробуем в нее швыряться вот этими бочками. О, у меня есть подмога. Да ты слабак. Ой-ой. Давай, стреляй, стреляй, дружище. Все. Иди за нами. Куда за вами? Фримен будет мудр, посмотрев, как добывают ферапонды из Мирмидонта. Процесс не очень гигиеничен, поэтому лучше отойди. Ну ладно. Эти фераподы понадобятся Фримену. Собирай их. А, при помощи этой штуки мы типа можем управлять муравьиными львами, точно. А можно как-нибудь протестить эту штуку? Клянусь ферроподами. Клянусь ферроподами. Чан-чали. Чан-чали. Чан-чан-чин-чан-чалин. Поторопитесь,
Федор Фримен, Новопроспект рядом. Мало шансов пройти туда в одиночку, но если с тобой стая муравьиных львов, ха, это другое дело. Ничего, мы справимся. Фримен почтил нас визитом. Следуй за ним. Научат применять сфероботы. Запоминай, как пасти муравьиных львов с помощью приманки. Давай, показывай. Выломает сфероботы и бросит один вот в ту яму. В яму, блядь? Ну-ка. Это было просто. Муравьиных львов атаковать врагов. Посмотри на манекен и отметь его фероподом. Фримен превосходен во всем. Ладно, куда дальше-то? Фримен превосходен во всем. Новопроспект уже недалеко. Запомни все, чему научился здесь. Илай Бенц верит в тебя. Окей. За мной, мальчики. Эй, слинять задумал? Вы не можете пройти? А эти штуки как-то должны отключаться. Пошли дальше. Отключены ограничители периметра. Особое внимание, отключены ограничители периметра. Уже темнеет. Будем натравливать на них муравьиных львов. Сейчас. Срочно приведите ограничители в готовность. У вас движение в секторе. Давай туда. Блин. Давай. Тревога. Обнаружена аномальная
Блин, быстрее их самому из автомата расстрелять, чем натравливать на них муравьиных львов. Блин. На, туда. Что здесь у нас? Хорошо. За мной. Эта штука что отключает? Сейчас одну минутку, ребятки. Пошли. Ох, ёлки-моталки. Жесть. Козлина. Так, отвлекаем их, а сами пробираемся здесь. Ах ты. Гасит без остановки, но это ж... Очень нереалистично. Какого фига? У него что, патроны не заканчиваются? Ай. Давайте, отвлекайте огонь на себя, а я тут быстренько пробегу. Ах ты, сука. Да быстрее, ну... Блин. Так, отвлеките огонь на себя, я туда пробегу. Все, блин, они гасят со всех сторон, жесть. Здесь тупик. Че, туда дальше бежать, что ли? Не понял. Куда дальше-то бежать? Мать твою! Да ёб... Твою! Куда же дальше-то? Еще! Где вы есть-то? Сообразил я, куда бежать. Бежать надо было, оказывается, вот сюда. А я думал, что здесь тупик. Давайте зайдем в эту будку, тут должны быть аптечки. Докладываю, противник мертв.
О, у этих чуваков уже желтые глаза. Но они типа отличаются, у кого какой цвет глаз, тот не вооружен тем оружием. Ну, типа красные это с дробовичком, которые синие, по-моему, с автоматами. Тревога. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно появление нарушителя номер один. Сотрудникам охраны новостей. Нарушитель номер один это, кстати, я. Забыл сказать. Ай-ай-ай-ай. Молодцы, ребятки. Дайте теперь только мне пройти. Спасибо. Директива номер два. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Давайте, парни. Поживее, поживее. Пока они добегают до противников, те их уже расстреливают 300 раз. Вот, желтые противники, они с автоматами моими любимыми бегают. У синих автоматы попроще. У красных дробовики. Не знаю, есть еще какие-нибудь разновидности. Туда? Придется прыгать. Сохранимся. Яху! Замбали. Ах ты гад. Чё, больше не придут, что ли? Ну ладно. Я сам с тобой разделаюсь. Так, чё, куда дальше-то? Еще один пулеметчик. Блин, у меня со здоровьем беда. Давай. Не хочет никак помирать, а? Живучая тварь. Может, есть повыше подняться. Нифига себе высягаете. Ай. А, точно, у меня же снайперка есть. Ну-ка. Вот. Вот в таких моментах снайперка. Это прям то, что доктор прописал. Так, чтобы взять, чтобы взять.
Ладно, вооружимся, наверное, ракетницей. Вот он сидит. От меня не спрячешься. Переключиться на снайперку или попробовать? Переключусь все-таки на снайперку. Пропустил. Ай. Ах ты. Это, я так понимаю, новый проспект. Тюряга строгого режима. Здесь держит Элай Венса. Мы попытаемся его освободить. Так, вот этих ублюдков надо снять. Так, тем более пока они нас особо не видят. Есть, следующий. Попал. А тут еще откуда взялись? Я ж тебя убил. Еще один. Ну что ты вот стоишь, а? Взял бы, убил его. От этих муравьиных львов толку как с козла молока. Ой. Из гранатомета мы по нему не попадем. Да, в принципе, что на него боеприпас тратить? Упс, быстро, назад. Ты что, штурмовик, что ли? Блин, да, бежим. У меня очень мало хп. И ракет нет совсем. Так, где этот, блин, гранатомет? Не гранатомет, это ракетница. Сейчас, подожди. Так, где она? Да реально, что за капец? А, она, по-моему, у меня не выбиралась, потому что у меня не было ракет. Точно. Вот она появилась. А здесь что?
Мне конец. Да, вот так вот. Можешь, конечно, аккуратненько их отстреливать, но все равно мне крышка. Можно сюда как-то пробраться через окно. Ну чё ты, Гордон, ну? Блин, почему дверь закрыта, я не пойму. Открылась. Чего? Где ракетница? Мне нужна ракетница. Где эта мразь? Твою есть. Так. Да, блин, достал. Вот когда я пытаюсь со штурмовиком разобраться, этот ублюдок вылазит и начинает меня стрелять. Когда я пытаюсь разобраться с ним, появляется штурмовик. Кстати, этих штурмовиков что, несколько, что ли? Один. Блин, по-моему, их тут два. Для меня один сбить уже почти подвиг. Забьемся в уголок. Ой, не-не-не. Да-да-да. Где эта ракетница? Ёлки-моталки. Давай же! Сука, отбил. Там есть ящик с ракетами, он нам нужен. Да блин, да чё? Как-то сложновато. Одна единица здоровья. Блин, что-то я далеко заспаунился. Я все забываю сохраняться. Блин, привык полагаться в современных играх на автосохранение. Здесь оно тоже есть, но достаточно редкое. Как бы разработчики, видимо, рассчитывали, что мы сами будем сохраняться, когда нам надо. Я люблю такие игры, где есть возможность сохраняться когда угодно. По-моему, это круто. Как, кстати, вы, дорогие друзья, любите, когда у вас автосохранение, вы не можете сохраняться в любой момент? Или наоборот? Напишите в комментариях. Будет интересно почитать. Так, нам надо разделаться с этим гребаным штурмовиком. А, не попал. На тебе гостинчик.
Ай, быстро внутрь. Извини, пришлось тебе прихлопнуть, дружище. Иначе бы прихлопнули меня. Да уйди ты. Так. Они повсюду. Давай, ну сдохни же. Блин. Блин, и причем на том же самом месте сдох. Клянусь, это в последний раз. Ну-ка. Один. Ах ты, сучёныш, а. Ну, сучёныш. Два. Ну, уже... Блин, отбил. Три. Сука. Один готов. Осталось убрать еще один. Давай, 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 давай. Еще один, еще одно попадание, ну. Попал, нет? Попал, не попал, вроде попал. Ну сколько еще? Капец, ты чё? Огонь! Тяжко. Не без труда, но всё-таки сбили. С третьей попытки. Сохранимся, а то сейчас, не дай бог, еще погибнем.
Куда нам сюда? Особая тревога. Вторжение в Новофрост. Нет связи с периметром. Отрядом охраны применить стерилизаторы в блоках с подозрением на заражение. A5, A7, B2. Ну что ж, мы прошли главу. На этом закончим. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, добавляйтесь в группу ВКонтакте. И до новых встреч. С вами был Алекс Айкил. Пока.